Humans, это Киберпанк 2077 и продолжение прохождения побочных заданий. Сегодня мы, скорее всего, закончим, наверное, линию с Джуди, если, конечно, так и будет. Прийти к мегабашне H8 днем, дворцовый переворот. Знаешь, кто хуже корпората? А, мы это уже читали. Нам то, что позвонили просто. Так. Ну, поехали к мегабашне. Если она не так шибко далеко находится, скорее всего. Ну, 850 метров. Не шибко. Полиция распласталась посреди дороги. Ай-яй-яй-яй-яй! Еле увернулся. Тяжелый этот Деламейн. Но разгоняется побольше. А нет, 150 у него максимум, я вспомнил. Так. Сейчас мы приедем и времечко перемотаем. Ай, долбанул все-таки. Черт. Хрен этот встал, урод. Так. К зданию мы приехали. Мегабашня. Подождать. Давай, подождем. Так. Подождать по улице. Встретиться с Джуди и куклами. Ладно, пойдем. Где наши куколки? Ой, не надо. Не надо. Ничего мне показывать. Привет, Ви. Привет. Так, а вы кто такие? Волнуешься? Волнуешься, Том. Как ты понял? Ну ты же раньше никогда такого не делал. По твоей испуганной роже. Представь, что работаешь как обычно, но по другой программе. У тебя получится. Рад, что ты решилась. Круто, что ты пришла. Да, я подумала и решила, что вы прав. Спасибо. Бывают случаи, когда единственный аргумент – это пинок по яйцам и пуля промеж глаз. Фига ты, блин, сказала. Ты уже выяснила, как идти к Хироми? У меня есть чертежи здания, так что все схвачено. Ну, не совсем все, но до пентхауса доберемся. Окей. Проще всего подняться с технического этажа. Я знаю, где там проход. Что там такое? Где Майка? Да, кстати, а где Майка? Пошла к Хироми. Чтобы у него не возникло подозрений. А, она типа отвлекает. Отлично. Помните, надо полагаться на чутье. Помните, всю работу должен делать поведенческий чип. Не задумывайтесь, как лучше поступить. Просто положитесь на инстинкты. Ох, как мы заговорили. Если вы затормозите хоть на секунду, это может вам дорого обойтись. Мы начинаем? Ну что, начинаем? Да, пора бы. Ну, пойдем. Хватит на кнопки нажимать. Так, следовать за Джуди. Гопники такие ходят в развалочку. И всегда иметь при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого распоряжения. Так, подняться на лифте на технический этаж. То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище для кровожадных бандитов. Сначала заходим мы, потом вы. Идите прямо в облака. Прям в облака. Сразу с крыши. Осторожно, не нарвись на кого-нибудь. Постараюсь. Джуди Альварес. Чё мы... Сохранимся, давайте. Так, и что дальше? Мне нужен приборный щиток с той стороны. И? Можешь с ними разобраться? Почему всегда что-то где-то ломается? Чё? Так, обезвредить тигриных когтей. Ну, я могу сделать вот так. Бац, и все. Так, стопы. Куда она делась?
Давайте, перегревчику еще. Ой, как долго, ой, как долго. Кто? Кому-то плохо, да? Кто, сука, живучая? Репутация 47. Где остальные эти? Перчики. Нас увидят, уходи оттуда. Да сядь! Давай, мы тоже замыкание. Нормально его так вштырило. Хорош прятаться. Он сразу склеился. Опа! Встретимся у щитка. Все. Поддельные документы. Где тут труп-то спрятать можно? Ящики есть? О, выбросить. Как мешок с говном. Где это еще? Что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках. Так, что у тебя тут? Канаба, натуральная вода с газом. Они разбираются с охранниками, а ты с Хироми. Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус. В пентхаус? А что мне там делать в этом пентхаусе? Так, давайте выкинем. Так, и где третий труп? А, вот она. Красоточка наша Хромантикора. Это что такое? Саратога. Поднять его. Всех в один котел. Братская могила прям. Скажешь себе, какой-то маньяк, да? Так. F подключиться. Локальная сеть. Кондиционер. Так, нет, кондиционер мне не нужен. Так, как ломануть? 7А, 7А55. Блин, не получается, да? Добыча данных. 55 7А 7А, и БД теперь надо. О, ништяк. Все извлек. Все, что надо. Прекрасно. То ладно, я пошел. Больше ничего больше интересного нет. Усмиритель. Да вроде ничего интересного больше, да? Так это что такое? Расчленитель, усмиритель. Что тут за... применить? Так. Ты не пойдешь? Где она? Ты не пойдешь? Ты со мной не пойдешь? Двух человек намного проще заметить, чем одного. Да и здесь от меня больше пользы. Если они поднимут тревогу, я перехвачу сигнал. Ну да. Можешь провести меня в пентхаус? А что с системой охраны? Ты ее отключишь? Я думала, что смогу, но... прости, у меня не получится. Придется тебе как-нибудь самому. Нормально. А нафиг ты здесь тогда вообще нужна? Я пошел. Тебе в лифт с другой стороны. Береги себя. Да ты что? Пойдем сюда. Привет, Найт-Сити. Я Джиллиан Джордан. Выбраться на крышу. Местные новости на 54-м канале. Крыша. Полиция Найт-Сити. Крыша поехала. Мы внутри. В облаках. Кто на какой этаж? Я возьму на себя первый, а Том пойдет наверх. Мы готовы. Ладно. Вирус может спровоцировать полный отказ киберимплантов, а в отдельных случаях даже смерть. В ответ на активизацию бандформирований мэрия повысила уровень общественной опасности. Ух, как долго. Жителям Ароя и Уотсона рекомендуется не покидать дома в ночное время. Джуди, я на крыше. Замечательно. Вот сохраниться бы. Прыгай вниз на балкон. Только осторожно, ладно?
Чё, прыгать я чё, самоубийца, что ли? Здесь надо быть аккуратным, нет? Так. Да здесь можно, в принципе, стекло пробить. Да сядь! Фух. Я тебя люблю. Это кто такое? Эйкс, давай выходи, поиграем! Кэнза Томанаха. Нет, это меня так не устроило. Во-первых, я приземлился как-то не очень удачно, ну и в целом. Так. Прыгай вниз, на балкон. Только осторожно, ладно? Ну ладно, ладно. А что, другого способа нету? Слушай, отъебись, а? Да с удовольствием. Да я помню, что я говорил. Иди в шубу. Пока. Тихо. Чумба. Композитный жилет. Че это такое? А, снаряжение новое. То композитный жилет с высоким воротником Сирокура. Без него зажечь не получится. Ну, увы, это фигня. Это какая категория? Так, мне там какую-то юбку предлагают одеть. 54. Прикольно, но я буду сейчас в юбке, как девушка. Ну ладно, зато брони больше. Че такого-то? На войне все средства хороши. Так, использовать лестницу. Обезвредить охранников. А, то есть охранников все-таки надо прибить, да? Подносились. Твою мать. Окей. Ну что тебе? Замыкашку сойдет? И... Ты где там, стекло? Тихо. И перегревчика тебе надо сразу. Да хотя он и так склеится, наверное. Долго погибал. Да что ты творишь, а? Вот я нажимаю. Да ты что, серьезно? Где остальные? Так. Квартира Хироми. Куда бы трупешник спрятать? Ты что тут за пистолет? Давайте, Иван, возьмем. Куда тебя девать? Выкинуть бы тебя с балкона, что ли? Дай бог с тобой. Где тут еще охранники? Это кто такой? Вот зэки. Ну-ка. И сразу же перегрев. Ты где там? Далеко от тебя. Вне зоны твоей досягаемости. Так, тихо. Чё? Кто меня спалил? Камеры, что ли? Сука, я камеры не просек. Где эта тварь висит? Ну все, теперь придется воевать. Да ты можешь перезаряжать их быстрее? Ну. Ладно. Где? Куда они делись? А чё они такие жирные-то, ёлопал? Что? Рабаш! Обожаю свою работу! А я по пипец как обожаю попасть в пентхаус. И всё, про боеприпасов у меня ничего нет, что ли? Фу.
Манпо, Синзоку. Что это такое? Я не знаю. Так, Саратога. Попасть в пентхаус. Откуда они вышли-то? Без паники. Я с этим разберусь. С чем? Я не особо не паниковал. Обычные ножи. Это мусор. Тут тоже мусор. И это мусор. Открыть. Авторизация не пройдена. Попасть в офис Хирони. Так. 49,9 единиц. Вот это скорострел. Че такое? Жив-здоров, банда Найт-Сити. Берсерк сосредоточения. Вау. Я новый имплант нашел, да? Да, тут не так-то просто попасть. Японские демоны прошлого. Ух ты. Ахиллес. Иди к камере наблюдения перед комнатой охраны. Редкая. Электрома. 23-28 урона у моего. 5-6? Ни хрена. А у меня типа эпическое. Термический урон. Вероятность критического попадания. Так я сейчас какой взял? 5-6. Подожди. А это что, он бросил? Модификация. Так у него урона больше получается, что ли? А этот поджигать может или нет? Вероятность отравления, химический урон, временный коэффициент. У него урона больше, но он отравляет, он не поджигает. Очень интересно. Позвони. Я надеялась, ты проберешься сюда по-тихому. Ну, почти. А что здесь происходит? Хорошо еще, что они в виртах, иначе все быстро бы накрылось. И? Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия. Эта милашка как раз из таких. Давай к делу. Может быть, могла бы отозвать охрану. Может, перейдем к делу? Почему их там трое? Не понимаю. Что она хочет сделать? Всех сразу, одним ударом. Вот наша цель. Хироми Сата. А эти кто двое? Кто эти двое? Быки какие-то. Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Кровожадная. Видишь это выражение неудивления на моем лице? Я знаю, как тихо. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка. Боже. Я отключу их от вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Хорошо, отключай. Окей, сделаю, что смогу. Отключай их. И? Она? Конечно, не Паркер. Эй, что происходит? Здравствуйте, это я. Это вестник последних дней Хироми Сат. Это рожа. Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Он убил Освальда Фореста. Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато. И это еще не все. Посмотрите, во что превратился наш клуб под руководством Хироми. Что? Что за херня? Я долго смотрела, как Хироми Сато совершает брейн-данс. Ошибку за ошибкой. Но сегодня... Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен. Ви, что она вытворяет? Облака. Не знаю. Нужен новый менеджер. Погоди, Майка. Ты, кажется, немного увлеклась. А, похоже, вы еще не договорились. Облака должны стать независимыми. Надо их прикончить. Мы для этого сюда и пришли. Куклы из облаков теперь от вас не зависят. Они сами будут управлять клубом. Ну и не нужно же почитать.
говорить буду я. Тигриные когти будут получать свою долю с доходов, но потеряют управление клубом. Немедленно останови это. Я все возьму под контроль. Сначала возьми под контроль хотя бы своего наемника. Хироми ответит за свою некомпетентность. Потом. Нет, он ответит сейчас. А вот вы ответите за свою наглость. Прямо сейчас. Хера себе! Ты что себе позволяешь? Обожаю свою работу! Ви, какого хера ты устроил? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Что? Ну и что же? Они отомстят. Ты превратил облака в бомбу с часовым механизмом. Ты не можешь говорить за них. Это уже не твое дело. Ты хотела нас всех обмануть? Ты вообще пыталась всех наебать. Мы-то с Джуди два идиота. Думали, что ты реально хочешь помочь куклам в облаках. А оказывается, ты просто хотела занять место Хироми. Какая Браво. Хитрожопа. Только учти, я все еще могу это сделать. И меня никто не остановит. Ни они, ни ты. Я могу это сделать. Ладно, Ви, уматывай оттуда. Выход на нижнем уровне апартаментов. Там рядом будет лифт. Пистолет какой-то. Хреновый. Короче, укокошили всех, кого можно. Катана. Там у меня есть катана, по идее. Дура ты. И все? Все, что у тебя имеется? А, этот жирный где? У него что? ДБ-2 Сатера. Ну-ка, сдох. Спортивный костюм с животным защитным слоем. 100 единиц брони. Ладно, сойдет. Так, я вроде особо не перегружен. Теперь можно отсюда уматывать. Так, что выйти из квартиры? Том и Рокси в безопасном месте. Ништяк. За ними не гнались. Спуститься на лифте. Спустись на первый этаж. Я буду ждать тебя у ларьков. Окей. Ты ее убил? Господи, боже мой. Ты ее убил. Кого? Мне очень жаль, у меня не было выбора. Она сама на меня кинулась. Как иначе-то? Это все... Только отговорки. Можно было иначе. Может, ты и права, прости. Может, ты и права. Надо было сдержаться. Мне жаль, что так вышло. Мне тоже жаль. Я должна уложить это в голове и побыть одна. Увидимся еще. Подожди. Ну что, ну давайте попробуем варианты рассмотреть. Окей. Тупо не встревать. Ну вообще, ну по сути, она нас кинула. Она хотела сделать то, как ей удобно. То есть изначально здесь пытаться какую-то другую линию развивать глупо. Куклы из облаков теперь от вас не зависят. Они сами будут управлять клубом. Ви, говорить буду я. Тигриные когти будут получать свою долю с доходов, но потеряют управление клубом. Немедленно останови это. Что? Я все возьму под контроль. Сначала возьми под контроль хотя бы своего наемника. Хироми ответит за свою некомпетентность. Потом. А вот вы ответите за свою Так, ладно. Блин, я не сохранялся ни хрена. Перед этим. Мне кажется, там бестолку что-то пытаться выкручивать и оставить ее в живых. Я надеялась, ты проберешься сюда по-тихому. Ну, типа того. Хорошо еще, что они в виртах, иначе все быстро бы накрылось. Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия. Эта милашка как раз из таких. Угу. Давай к делу. Могу бы отозвать охрану. Могу бы отозвать охранников. Тогда не пришлось бы ждать так долго. У меня нет таких полномочий. Пока. Почему их там трое? Не понимаю.
понимаю, что она хочет вот сделать. Вот наша цель, Хироми Сато. Но. Ну-ка, сохранимся. А кто эти двое? Пока, смотрю, ты уверена в себе. Пока нет полномочий. Я вижу, ты очень уверена в себе. А почему бы и нет? Пока что все идет по моему плану. Что они смотрят? Что они смотрят? Демо кандидатки на новую топ-куклу облаков. Я ее сама выбрала. Она заменит Эвелин. И, надеюсь, окажется умнее. А кто эти двое? Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Посмотри на меня. Видишь? Вижу. Это выражение неудивления на моем лице. Я знаю, как Тей. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка? Я отключу их от Вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. Конечно. Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Хорошо, отключай. Окей, сделаю, что смогу. Отключай их. Она? Конечно, не Паркер. Эй, что происходит? Кто это? Я твой это глюк. Это вестник последних дней Хироми Сато. Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Он убил Освальда Фореста. Теперь он вторгся в личные покои мистера Сато. И это еще не все. Посмотрите, во что превратился наш клуб под руководством Хироми. Что? Что за херня? Я долго смотрел. Прям там какие-то террористические эти. Но сегодня... Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен. Ви, что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер. Я ничего не скажу. Я правильно понял по этой пламенной речи, что новый менеджер уже стоит передо мной. Если позволите. Ну уж нет, мы должны были от них избавиться. Останови это. И что? Я так понимаю, это ваши условия? Облака должны стать независимыми. Ви, надо их прикончить. Мы для этого сюда и пришли. Хироми должен уйти. Хироми должен уйти. Это я уже слышал. Дальше-то что? Может быть, вырежете всех клиентов и оставите кукол трахаться друг с другом? Ха-ха-ха-ха. Майка будет управлять им как раньше, только официально. Майка готова обеспечить вам постоянный доход взамен на полную автономию. Она будет управлять клубом так же, как делала это раньше. Только с этого момента официально. А это? Мне нечего добавить. И? Знаешь, что меня вечно раздражало в Хироми? Он был предсказуемым. Остановите эту резню! Такой человек не может даже почесать себе нос, если ему не сказать, какой рукой. Ничего ему, сейчас харакири сделаешь. Боже. Что это там летает? Ну все, Хироми больше нет. У нас остается только одна формальность. Завтра в полдень я представлю условия, на которые ты согласишься. Твоя задача выполнена. Будешь искать постоянное место работы. Нас несложно найти. Я подумаю об этом. Благодарю. Угу. И чё? Поговорить с Майка. Пойдем со мной, Ви. И чё? Как это все меняет? Спасибо, Ви. Первый перевод от нового менеджера облаков сейчас поступит. Спасибо. Не за что. Качественная работа всегда высоко ценится. 12 тысяч. Обалдеть. Ты с ума сошел, Ви? Ладно, времени нет. Просто уходи. Я разблокировала лифт. Буду ждать на Чпок-стрит. Так и чё? Какой лифт?
Открыть. Задание обновлено. Спустимся на первый этаж. Что это такое? Блин, Ви. Чего? Ты ей позволил нас обмануть. И? Нет, мало того. Еще и деньги взял. Она была права. Я решил дать ей я шанс. Я решил дать ей шанс. Ты же не просто так ее позвала. Если ты ей доверяешь, с чего мне сомневаться? Стрелки не переводи. Постой. Майка знает про облака намного больше, чем я. И даже больше, чем ты. Хватит. Что ты мне херню-то втираешь? Эй. Ты взял ее деньги, так что тут не ясно все, как белый день. Она, сука. Ты продаешься тому, кто заплатит. Ну а я жалкая дура без мозгов. Ладно. Пока, Джуди. Ну не, это тоже херня какая-то, блин. Так, сохранение, дворцовый переворот. Ух, я даже не знаю, какая концовка здесь наилучше-то будет. Правильнее, точнее, даже. Так, кто эти двое? И? Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Посмотри на меня. Видишь это выражение неудивления на моем лице? Я знаю, как тебе. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка? Я отключу их от Вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. Убьешь ее? Тоже, блин. Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Хорошо, отключай. Мы так не договаривались. Майка, наш план не предусматривал свидетелей. Это же демонстрация силы. А любая демонстрация требует публики. Я лучше всех знаю, как разыграть этот спектакль. Поверь мне на слово. Я уже все обдумала. Много раз. Отключай. Посмотрим, что будет. Делай, как знаешь. Короче, нам надо как-то оставить ее в живых, а эти грохнуть. Эй, что происходит? Кто это? Это вестник последних дней Хироми Сато. Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Угу. Он убил Освальда Фореста. Это перемотать можно? Теперь он втор... И это... Что? Я долго... Так. Но сегодня... Ви, что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер. Ты, кажется, немного увлеклась. Погоди, Майка. Ты, кажется, немного увлеклась. А, похоже, вы еще не договорились. Облака должны стать независимыми. Ви, надо их прикончить. Мы для Кукла этого из облаков пришли. Теперь от вас не зависят. Они сами будут управлять клубом. Ви, говорить буду я. Тигриные когти будут получать свою долю с доходов, но потеряют управление клубом. Немедленно останови это. Я все возьму под контроль. Сначала возьми под контроль хотя бы своего наемника. Хироми ответит за свою некомпетентность. Еще. А вот вы ответите за свою наглость. Прямо сейчас. Все, пиздец тебе! Ай! Как, норм? Давай. Я его сам уебу. Это вряд ли. Вот и все. А ты еще что встал? Не армейские, байкерские штаны. Ты или уйдешь из облаков, или я тебя убью. Поверь мне, прекрасно понимаю. Или ты больше никогда не появишься в облаках, или я прямо сейчас тебя прикончу. Отличный план. Ты только об одном забыл. У меня тоже есть кукольный чип. И чё?
Помогите! Больно, бьют меня. А можно ее не убивать? А, ну ее можно просто победить и не убивать, наверное, да? Но. Падай уже. Однажды уматывай оттуда. Выход на нижнем уровне апартаментов. Она жива же? Там будет лифт. Все, ништяк. Значит, это было единственное верное, правильное решение, да? Сведения о неразглашении, ДБ-2 Саттара. Так, у этого что? Тут прям великая катана. Ладно, все, сваливаем. Так, туда. Ее просто надо было не добивать, а я ее добил, поэтому, наверное, Джуди обиделась. Том и Рокси в безопасном месте. Прекрасно. За ними не гнались. Спустись на первый этаж. Я буду ждать тебя у ларьков. Давай. Блять. И как я не догадалась. Она, небось, сразу это задумала. Конечно. Как только мы к ней пришли. Хитрая, Господи, сука. Ну я тупая. Главное, облака свободные. Да похер, что она придумала. Главное, мы добились своей цели. Облаками будут управлять куклы. Да. К этому мы и стремились. И ты это сделал. Спасибо. Пожалуйста. Увидимся, Ви. Уйти, до пока, связи, Джуди. Фу. Ну все. Теперь уже нормальное, как бы, окончание боевого приключения против тигриных когтей. Вот так, друзья. Ну, на сегодня, думаю, хватит. Куклы, тигриные когти, проститутки и тому подобное. Давайте уже продолжать на следующем видео. До новых встреч, пока.